У цветоводов жаркая пора. Они готовят сотни тысяч цветов к продаже в преддверии Дня всех влюбленных и 8 марта. Самые востребованные из них тюльпаны в этом году подорожали на 20%. Семья Калетник из села Струзовка Гладянского района занимается цветочным бизнесом почти 10 лет. В этом году они отправят в магазины к праздникам более 100 тысяч тюльпанов. 2,5 раза больше, чем в прошлом году. У нас где-то 25 видов. Strong Life идет, Strong Gold, Barcelona Beauty, Barcelona, Фабия, Кошарел, Пионовидный. Этот сорт называется Габриэла. Он нежно-розовый. Он очень-очень красивый. И в бутиках очень он в спросе. Этот сорт у нас второй год. В этом году стоимость одного тюльпана напрямую от производителя на 2 лея выше. Цветоводы говорят, что если бы зима была более морозной, стоимость главного весеннего цветка могла быть еще выше. В прошлом году было от 8 до 10 лей. В этом году как бы есть 10 до 12 мы держимся, отапливаемся углем. Посчитать 100 тонн в прошлом году и в этом году, если я потрачу 60 тонн или 70, я выйду тоже на те же результаты, что в прошлом году. Чтобы получить готовый тюльпан, нужно работать несколько месяцев. На 30-40 сантиметров меняем землю, потому что, чтобы красивее тюльпан. Должно быть тепло, ну, первоначально мы начинаем потихоньку поднимать температуру. Сначала 9 градусов. Потом 10, 12, 15. 15. Всегда земля должна быть влажная. Не перелита, не сухая, но влажная. Кроме тюльпанов, ко Дню всех влюбленных и Международному женскому дню Ирина высадила в теплицах и другие цветы. Здесь у нас цикламен, это цветок весенний. Где-то здесь 6 тысяч цикламен. Плюс у нас есть герань, где-то 4 тысячи гераней. В тепличном хозяйстве трудятся порядка 10 человек. Люди говорят, что они очень любят свою работу. Приятно с ними работать, они разные все. Я беру, мы режем луковицу и удлиняем. И дальше идет уже к фасовке. Это не очень-то сложная работа, но ответственная. Потому что, чтобы не поломать тюльпан. Срезанные цветы ждут покупатели в специальном холодильнике, который семья построила в этом году. А здесь мы будем хранить тюльпаны и дальнейшие наши цветы, и устому хризантемы, что мы будем выращивать. Здесь еще нет установки. Сейчас на этой неделе должны на той установку привезти. До сих пор она нам не нужна была, потому что тюльпанов еще не было так уж много. Еще здесь полки должны быть. Продает красивый ароматный товар семья Калетник по всему северу страны, в Бельцах и в Кишиневе. Оптовая стоимость тюльпанов 12 леев.